Стой! Лицом к стене. Командир, это не моя хата. Пасть захлопни, теперь твоя будет. Личные вещи-то собрать. Из личных вещей у тебя матрас один. Другой принесу. Твой ход. Мир вашему дому. И тебе не хворать. Старший кто? Ну, я. Кто спрашивает, обзовись. Жов меня зовут, а тебе? Люди Батраков зовут. Я здесь за положением смотрю. Кости куда кинуть? Слушай, а ты чё без ваты-то? Из другой хаты перейду. Забрать не дай. Ну тогда там твоя пальма. А вата чё не ушла? Хозяин скрылся. Да меня на этой шконке Бобчик был. Какой такой Бобчик? Хлопчик. Поинтересоваться хотел. Интересуйся. Телеграф у вас работает? Работает. Смотря кому и куда. На волю. Решаемо. Кому малява-то? Подружки? Слышь, братан, попал в тюрьму меня и жену. Курица не птица, баба не человек. Витя Борозде. А в чем базар? А ты с какой целью интересуешься? Ты ничего не путаешь. Витя Борозда – человек авторитетный. Арестантов греет. Ты его по-личному? В том, что шепнуть хочу, всех интерес. Слышь, батрак, пса своего отзови. Ты кого псом назвал? Шавалет. Мы здесь тоже не аптека. Фуфламицином не торгуем. Как есть, толкуй. Короче, Борозду на бабки кинули большие. Я в теме оказался по несознанке. Решай, батрак. Мои против ваших четверых не катят. А если что, перед Бороздой тебе и отвечать. Прыгай на пальму, мы с вами потолкуем, Жук. Нам с пацанами перетереть надо. Значит так, парни. Вопрос очень серьезный. Похоже, это не наседка. Но если сейчас лоханешь, типыч будет серьезно. Да. Борозда-то не простит. Это точно. Слышь, Батрак, может, это шерсть горимая? Ну, не похоже вроде. Короче, время еще есть. Если что, спросим по поводу. Номер Лепс. Здравствуйте. Где тут у вас присесть можно? Подай. Ты что, не видишь, занято? Вот свободные нары. Эй, дядя, ты что, не понял? Твое место у параши. Ай. Нестеров, Евгений Иванович. Можно, Жека? Щипачья. 158-я, 2-я. Ну что, пацаны? Угостите дяденьку сигареткой. Ай! Че ты суетишься? Да не жабьтесь, пацаны. Бог велел делиться. Я Макс. Убийство. Это Толик и Андрей. Вооруженное ограбление. Макс, а ты че лежишь? Сейчас мусорок заглянет, навешает тебе. Ты правила знаешь? Днем на шконках не лежать. Да класть я хотел на их правила, Жека.
Без знания законов на зоне тяжко придется. Ты правильный. Если что, обращайся, подскажу. ЖК, а ты нам это расскажи, как себя правильно вести на зоне. А ты, пацан, не встревай, когда взрослые дяденьки разговаривают. За это можно и по шее схлопотать. Тоже мне. Залетели со своим вооруженным ограблением, как невестам брачную ночь. А сам-то карманник какой-то. Не какой-то. Виртуоз. Тоня, держи. Вот так-то. Крыло. Я. На выход. Лицом к стене.